Всем привет, ребят! Ура-ура! Я рад представить вам Deliberate 6. Вышла модель. Спасибо всем, кто поддерживал эту идею на Boosty, потому что я сделал сбор средств, потому что очень много времени уходит. Ребята, это прям ужас. Даже времени успеваю прям записывать видосы и так далее. На нейронке есть время, но на видео уже прям все меньше и меньше. Спасибо всем, кто поддержал. И у меня для вас еще одна приятная новость, то что я для вас вместо 1000 слов сделал именно демо сайт Deliberate. Здесь же можете скачать и SafeWork модель, и просто Deliberate, в которой можно все вообще генерировать. И как видите на сайте, вместо 1000 слов, опять же, вы можете просто открывать промпты и смотреть, как это работает. Какие negative, какой CFG, просто кликнули копию exif, все, забрали, воткнули, сгенерили, получили. И это работает прекрасно. Многие вещи, которые можете подумать, типа, стоп, как это 1024 без negative у тебя вот так вот выдает, Deliberate 6, серьезно, прям вот сразу с коробки. Да, это работает, Deliberate 6 сразу. Оно и в 5 работало, но где-то там что-то желтило, но про это отдельная история. ChangeLog, кстати, тоже очень многословен, и About, все советую почитать, потому что теперь очень удобно, ребят, что все мои промпты, которые когда-либо писал, пишу, то есть все это есть здесь, очень интересный микс, и, естественно, буду постоянно пополнять. То есть будет все то, что люди многие либо не понимают, либо боятся, либо не понимают, как морф происходит. Здесь очень много интересных промптов, именно мои, исключительно прям. Если вы где-то тоже что-то подобное увидели, скажете, я что-то это где-то видел, вы увидели копипасту, как делают другие модели, миксеры и прочее, это копирование. Все промпты, которые вы здесь видите, они все мои, все написано, ну, кроме, понятно, да, woman, это не я придумал слово woman и винил store, ну вот, но вы, в общем, поняли. Все морфы, все прочее, это, естественно, все уникально, оригинально, можете использовать, не знаю, что, не советую там, или типа это воровство, не, наоборот, учитесь, сделайте, пожалуйста, вот, просто знайте, что я лично, чтобы вы просто понимали, выкладываю это все именно свое. Чтобы вы на это могли учиться. Здесь очень много показательных вещей, как Russian Winter, например, новые. То, что я добавил, много чего. Можете, опять же, тот же самый ChangeLog открыть, да, и прочитать. Что в модели вообще обновилось, изменилось и так далее. Одно из самых крутых, грандиозных вещей, за которые прям очень рад, это то, что можно делать аниме. Пишите прям студию, и вы получаете аниме. Практически такая же прям аниме-модель, как аниме 2. То есть реальная история, все остальное. Но это зависит от качества промптинга, как вы пишете. Напоминаю, то, что лучше всего зайти в About, ребят, вообще. Все, кто будет что-то там говорить про то, что где-то что-то там желтеет, опять у кого-то там лица одинаковые, еще что-то. Ребят, читайте, во-первых, вот это абзац. Читайте негатив, как я тут рассказываю, как лучше использовать, все здесь написано. Если не знаете, что есть такая штука, как переводчик, ознакомьтесь. Есть такая штука, как переводчик, и все это может перевести. А самое главное, это промпты, которые вы можете понимать, как конструироваться, которые не будут повторяться, естественно, Excel, потому что у меня ущербные. Это отдельная история, сегодня про Excel не буду говорить. Я уже устал прям. Вот если нужно, цеплять меня в Discord, я почти каждый день там отвечаю на вопрос, и главное, показательно, чтобы это не было вот какой-то такой вот, я что-то снял, а люди все равно что-то там прям в комментариях. Нет, я прям понял, надо вживую разговаривать, или человек прям тыкать, прям говорю, говори мне, сид, номер, я каждый день этим занимаюсь, это очень весело. Именно людей, которые что-то там на Excel, все-таки на Excel, они вот что-то как-то вот там, это все, ребят, нет. Все достигается простыми вещами, ползунками, не знаю, сейчас даже просто напишу какой-нибудь там woman, например, outdoors, и даже negative вообще писать не буду, сделаю там 1024, а 1024 просто генерируем вообще на произвольном сиде, получу woman outdoors без negative, ребят, смотрите, и мы получаем вот уровень тот, который мне хочется лично достичь, уровень, который мне хотелось достичь, это Dali, Midjourney и так далее, то есть Dali я уже переплюнул давно, Midjourney все-таки еще как-то нужно стараться, то есть писать там, например, не знаю, там illustration, например, мне Никен, дол, что-то типа того. Нажимаем опять generate и опять получаем прям сразу. Как видите, дабл происходит, ёбл, про который рассказывал, но нифига себе, 1024 на 1024 с таким негативом. То есть я вообще ничего не исключал и все равно получаю. Но Deliberate 6 такой результат. Мы сейчас даже еще раз генерируем. Это еще, естественно, с face detailer, а detailer. Чтобы вы понимали, вероятность выпадания дабл-ёбла, она сейчас, ну, прям вообще минимальна, особенно если у вас нормальный негатив. Но, допустим, вам нравится вот этот размытый fade эффект, вот этот вот все, вот этот exposure от Excel, пожалуйста, вы получаете с коробки. Если вы используете нормальный negative, то есть вот basic negative, и напишем что-нибудь, не знаю, там типа natural, допустим, VSCO фильтр, и что-нибудь там, не знаю, ну пускай будет cinematic, например, и добавим что-нибудь, да ничего не добавим, просто 1024 на 1024, точно так же генерируем. Допустим, мы хотим, чтобы оно выглядело еще более размыто, фейдово, да хотя и так уже, мне кажется, некуда. Но это все делается средствами ревизион. То есть все вот эти вот стили, опять же, все негативы, all painting, скоро тоже, который опубликую. Все это на Boosty есть, первая ссылка под видео всегда прям на Boosty зашли, забрали. Итак, я включаю ревизион, adjustments, и сейчас мы сделаем быстренькую такую имитацию Excel. Для тех, кому это нравится. Сразу говорю, для тех, кто слушает меня и учится лично у меня, вот типа, Хачатур, ты же на своем канале, ты вот избегаешь там этих, я иногда, знаете, действительно там избегаю там острых каких-то моментов, то есть стараюсь не говорить,
говорить, там, чтобы люди не обижались или там не думали, что я там восхваляюсь, еще что-то там, стараюсь какой-то баланс все время найти. Ну, вот. Но часто мне говорят, типа, ну, ты хозяин, сиди, руби там свое, там, это кому надо, услышат, вот, и будут там это. Вот вам, пожалуйста, имитация Excel, то есть те, кому нужен такой вот выцвевший эффект, например, да, вот как вот здесь синематик, напишите Рудковский, вес SEO, вот, или Exposure, или что-то такое, и у вас все прям будет, это прям легко с коробки получается. То есть, видите, абсолютно разные вещи, абсолютно все это делается на одной модели. И аниме, и реализм, и так далее. Или вот, вот то, что люди очень любят. Пожалуйста, все это есть, вот Slate, Grey, Atmosphere, я про это говорил год назад, ребят. И вам Excel для этого не нужна. Но, я, конечно, я не против, пользуйтесь, что хотите. Вот, я вам просто рассказываю, что это можно добиваться очень легко, плюс такие детали вы не получите на сегодняшний день, к сожалению, пока на Excel. Как бы их ни миксовали, но не дает он такое. Вот, поэтому, когда спрашиваете, типа, а когда будет Excel, а можно вот сделать такую же на Excel? А, ребят, год назад вышла модель, которая сегодня делает вот так вот, любую Excel, и кому нужно, в личку меня спрашивают на Boosty, я их всем даю. Год назад она вышла, и она до сих пор делает лучше вот все, что вы сейчас видите, с коробки, прям вот, чем любая Excel, которая до сих пор миксуется людьми на Цивиде. Вот, поэтому... Имитация Excel людей, имитация Excel модели делается так. То есть я пишу просто woman, даже ничего вообще не пишу. Нажимаем просто generate, у нас получается какая-то woman с каким-то базовым negative. И вот смотрите, сначала у нас прогенерил просто картинку. И второй, идем, хоп, направо. Вот у нас как раз выцвевшие цвета. Вот, так, ну давайте даже добавим побольше. И все-таки я сейчас сделаю что-то типа 640 на 640. Вот прям не поленюсь, сразу один раз проставлю нужный мне сценарий. Я даже не буду сейчас с карасом хитрить, просто сейчас Оллера 0.5, все шаги, не в два раза даже сделан в 1.6, чтобы тоже был 1024, типа как на Excel модели, чтобы не было такого, что видос больше про Excel говорю, да, вот, и просто генерируем, как вот получится, и вот первый вариант у нас будет простой вариант, второй будет имитировать именно вот то, что ревижном я убавляю цвета, экспозиции и так далее, то есть первый вариант, второй, то есть видите, да, такое выцвевшее, если мы напишем natural, например, там skin, допустим, smile, чтобы лицо было поближе, и, допустим, исключим из negative, опять же, illustration, или вот смотрите, oversaturated, ну, tint, загар, допустим, уберу, low quality даже не буду делать, манекен оставим, illustration, ну и аниме, все. То есть вот такие итоги, и вообще убираю negative, все. На том же, ай-яй, назад, стоп, останавливаем, на том же сид сейчас прокручу, еще раз нажимаем, смотрите. То есть у нас получается вообще другое изображение, но при этом она сразу же делается с более таким живым эффектом. То есть вот у нас генерация по умолчанию, вот у нас генерация с фейд-эффектом. А если мы еще добавим какой-нибудь dark theme, ребят, будет еще красивее. Но, опять же, самое интересное, нет, не black woman. Нам нужна какая-нибудь blonde, например, woman, чтобы не хитрил нейронка, да? А то сейчас, да, будет казаться все классно, круто, да, очень легко на black или взрослых женщинах это все делать. Вот давайте на блондах, которые типа там вот все вот это размыто и так далее. Все эти блюры можно сюда, боке добавить в негатив, и у вас будет то, что вы хотите. Вот она вообще бледная будет. То есть это не проблема для тех, у кого там модель желтит и так далее, да? Вот, все это решается. И точно так же наоборот, пишем illustration, например, illustration... арт, какой-нибудь там surreal, например, blonde woman, natural skin убираем, negative вообще не пишем, и вообще их арес вырубаем, и это вырубаем, и ничего у нас нет, вот просто 640, 22 на 6, не знаю, пускай делает там что-то. Вот, и мы сразу получаем illustration art. Захотели аниме, написали, допустим, аниме, вот, запятая, и дальше там это, даже без арт, потому что для артов есть цвета, и берите там анимешное, это я делал аниме с историями, которые интересны как истории. Нажимаем generate, и получаем именно кадры из этого, гетерохромии с коробки прям сразу. Вот, если напишем студию вид, например, без сюрилов, а может быть, кстати, из-за сюрреализации, без блонд, просто, например, там какая-нибудь woman. И давайте сид какой-нибудь там, не знаю, один, ну и давайте просто произвольно сейчас сгенерируем и его остановим. Прямо вот на нем будем стоять. Сайд детейлер можно потянуть, все, фиксируем сид и пишем теперь не вид студию, а, допустим, Макото Синкай. Пишется Шинкай, говорится Синкай. Макото Синкай, аниме woman. И точно так же генерим. Хоп, поехали. Сейчас себя опять поменьше делаю. И вот мы получаем такой вот именно сценарийный. Чтобы вы понимали, в модели и работают как реализм, так и супер-хайпер-реализм, то есть кому нужен прям очень там шокальный там селф получить, еще что-то, вот, также работают коммершал, шот и прочее, и экспозиции, и вот это вот шокальство, и арты, и мультяшность, все с коробки работает очень просто, и промты вам как раз в помощь, как работать с Deliberate, вы теперь знаете, еще раз говорю, сайт будет постоянно пополнять, я очень рад, что наконец сделал именно сайт, чтобы вы могли и читать теперь, и смотреть, как это все работает, брать пример, и не спрашивать, какой-нибудь взять бы где-нибудь промт, дайте кто-нибудь, вот мы сейчас сидим в Discord, типа, дайте кто-нибудь промпт. Вот, промпт. Заходишь на сайт и берешь промпт. Все, ребята, у меня на этом все. Спасибо всем, кто поддержал
выпуск модели. Я в качестве благодарности еще запустил специально, как видите, сайт, не просто модель, да? Вот, чтобы вам было действительно проще, гораздо удобнее все это. Еще раз, мне на этом все, ребят. Рад вам представить и модель, теперь и сайт. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. У меня на этом все.